Всем привет! В данном видео хочу вам показать аналог RaceLogic за $12. Вот. Он состоит из следующих компонентов. То есть основа — это микроконтроллер Arduino. Плата называется Wemos D2 Mini на базе ESP8266 чипа. Далее идет у нас соединитель угловой PLS8. BLS8, вот этот вот ответная часть, несколько контактиков, получается звукоизлучатель на 3 вольта, пьезо, пассивный, и, собственно, GPS-модуль на 10 Гц, то есть 10 раз в секунду он обновляется. Вот этот модуль называется GG1802, ну, на всякий случай я ссылки оставлю в описании. И вся эта приблуда называется D2 Logic. Вот, то есть микроконтроллер прошивается специальной прошивкой. Это все покупается на Алиэкспрессе, ну, либо же там, где вы. И собирается вот такое устройство. Далее была проблема, как же, собственно, его запихнуть в корпус, поскольку вот эта платка D2 Mini, она не имеет крепежных отверстий. В итоге крутил-вертел я и придумал вот такую вот схему. То есть, получается, берется куски пластика, разрезаются на нужные размеры и делаются упоры. То есть вот тут такая вот как бы Г-образная штука из 4 пластинок. Тут тоже из 4 пластинок служит упором, и она приклеена вот сюда к плате. И сам USB-коннектор тоже приклеен к вот этой основе. Вот. И, собственно, это все находится вот в таком корпусе. Спросите вы, почему такой страшный вот этот вот коннектор USB, микро-USB. Все потому, что китайцы немножко прошляпили, и они очень глубоко посадили этот коннектор. То есть, когда мы подключаем, вот видите, здесь расстояние очень маленькое. У этого корпуса есть особенность, то что очень толстые стенки у него. То есть, если мы поставим сюда корпус и воткнем вилку, то из-за толщины корпуса нам просто не хватит, ну, как бы, места для того, чтобы вилка защелкнулась. Вот. Вот эта вся приблуда, она работает по Wi-Fi. То есть вот этот вот микроконтроллер, он создает Wi-Fi сеть D2 Logic. К ней вы подключаетесь с любого устройства. И там заходите на адрес 192.168.1.1. Там будет отображаться страница с показателями, то есть скорость, дистанция, подъем по высоте и, собственно, готовность устройства. Вот. Звукоизлучатель нужен для того, чтобы сигнализировать о прохождении контрольных точек. Ну, пока это в прошивке там не сильно хорошо реализовано, но я связывался с автором, он пообещал, что исправит. Даже ему немножко там помог. То есть он будет сигнализировать, по идее, когда находит спутники, то есть устройство готово к использованию. Потом 0-100 разгон, 100-200 и 402 метра. Вот такая вот платка. Буду тестировать, потом еще запишу отдельное видео. Всем спасибо, благодарю за внимание.